выселили. Как всегда. Знаменитый художник, поэт, не менее знаменитый композитор на улице. Это же просто возмутительно. Проклятые буржуа. Они не хотят покупать моих картин. Не читать мои стихи. А мои романсы они петь хотят. Романсы, стихи. Оперетта, вот что им нужно. А сюжет? Сюжет. Мы, Монмартр. Наша жизнь. Трудно обедать неделю раз, трудно босиком штурмовать Парнас. Но мы знаем, слава ждет нас. Пусть на чердак мы зовем жильем, пусть на тачах мы весь день поем. Славу завоюем мы все втроем. Всюду в блеске витрин тысячи вин, сыр со слезой и ветчина. Весь наш обед лишь винегрет и не глотка вина. Мы творим, нам троим не до этих пустяков. Мы создадим сотни картин, песен и стихов. И пускай трудна наша жизнь пока, вся земля видна из окон чердака. Музыкант, художник и поэт, мы мечта покорили весь мир. И судьбе смеемся мы в ответ, ведь преграды для юности нет. Наш девиз простой, пусть карман пустой, нам для счастья есть. Не гроша для нас с тобою, эта жизнь хороша. Покупайте, пожалуйста, свежие фиалки по 2 су. Мы плохие покупатели. Почему? Все, что мы покупаем в кредит. Когда вы разбогатеете, вы отдадите мне 2 су. Но когда мы разбогатеем, я подарю тебе огромный букет роз. Зачем ждать? Прошу. Храните это, девушка. Когда-нибудь это будет стоить миллионы. Главное в искусстве – это вовремя умереть. А в жизни? Вовремя пообедать, чтобы не умереть безвременно для искусства. Быстро поройтесь в своих карманах. Целых 3 франка! Скорее, друзья, в этот час все порядочные люди обедают. Как хочется всегда быть порядочным. Благодарю. Остановитесь, ребята. Да? Наши 3 франка мы уже проели. Значит, все скоро кончится скандалом. Если скандалит, так лучше насытый желудок. Отрицательный персонаж. Почему? Потому что мы ему уже должны. Угу. Чистых, близких.
белые фиалки, что росли в лесу, заплатите мне доверницу и несите мой букетик у сердца храня. Ведь недаром все, кто ходит тут, у меня мои цветы берут и фиалкою Монмартра прозвали меня. Кафе до реки, словно звезд огоньки, озаряют широкий бульвар. И экипажи пышных ряд, клёнов праздничный наряд, нежный шёпот смеющихся подходят ко мне и в ночной тишине для влюблённых молодец звучит. О безбрежном море крыш, о тебе, родной Париж, я пою. Интересный персонаж. Продавщица цветов, она же певичка. Обычное совместительство. Да? Угу. Господа, 53 франка. Благодарим вас. А не желают ли молодые люди холодной телятины? Вот именно холодной телятины желают молодые люди. А может быть еще фрикассе и шампиньоны, запеченные в раковину? В раковину? Да. Даже, пожалуй, не стоит. Блеманже фисташковое с шинкованным миндалем. Только не очень шинкованное, если можно. Да. Парфе эскароль под бешамелем. Господа! Господа! Одну минуточку. Ну, мы с вами в расчете. Постойте, любезно. Что такое? Не в расчете. Возьмите. Она вам не нравится? Рауль. Постой. Господа. Господа, я продаю эту картину. Всего 50 франков, господа. Господа, 54! 54 франка, господа! 54 франка! Я согласен, мы с вами в расчете. Продано, господа! Добрый вечер, молодые. Дядюшка Франсуа. Ну, разве он поймет, что то, что вы ему отдали, гораздо более ценно, чем этот старенький оригинал. Дядюшка Франсуа, а эта продавщица цветов очень неплохо поет. Месье Марсель, мадемуазель Виолетта – восходящая звезда. Это я утверждаю, как бывший театральный работник. Недурно написано, Рауль. А... Так. Разве? Прелестно. А почему же она поет в кафе? А хозяин кафе ее опекает. Когда отец Виолетты был болен, он давал деньги в долг. Ну, под проценты, разумеется. А теперь, когда отец Виолетты умер, ей приходится... Ну, я же ну говорил, вы сами понимаете. Говорил, отрицательный персонаж. Да. Да. Меня снова уволят с работы. Это да. Кому я понадобился?
Да. Удивительное лицо. Я должен с ней познакомиться. Какое легкомыслие. Еще не знает, куда преклонить свою собственную голову, а уже думает о другой. Позвольте познакомить вас с моими друзьями. Анри, Рауль. Вы парижанка? Нет, я из Гренобля. А зачем же вы приехали в Париж? Чтобы покорить его. О, что? Я буду актрисой. А вы уверены в том, что можете стать актрисой? У меня мама родилась в Кан. И потом я наполовину итальянка. Да, да, да. Все итальянцы прирожденные актеры. Как всегда торопитесь, господин Бруяр. Сегодня особенно. У меня премьера. Кстати, вон директор театра «Водевиль». Не хотите ли с ним познакомиться? Что вы? Такое случается только во сне. Прекрасный сюжетный ход. Если вы согласитесь, я бы рисовал вас. Я честная девушка. Натурщица, работа честная. Я в Париже добьюсь большего. Желаю удачи. Но если вам нужна будет помощь, меня зовут Рауль Делакруа. Рауль Делакруа. А я Нинон. Нинон Тисси. Марсель. Очень приятно. Очень приятно. Прощайте. Прощайте. У нее действительно чудесное лицо. Девушка из провинции мечтает стать актрисой Парижа. Прекрасный ход для сюжета. Меня интересует больше другой сюжет. Где мы будем жить? Какая проза, негде жить. Пофантазируйте, ребят. Мы можем даром получить хоть королевские палаты. Пожалуйста. Людовик XVI, спальня. Мавританский дворец. Непривычная обстановка. Долго обживать. Эх, обратно бы нам в мансардочку. Что может быть лучше? Что может быть проще? Начнем с окна. Здесь для рояля место есть. Я свой мольберт поставлю здесь. Здесь кабинет устрою я. Вот шифонерка для белья. Мир со всеми чудесами можем мы придумать сами. Мы в любом месте дружно заживем вместе. Я рисую чистый воздух, я рифмую в небе звезды. Поставить надо нам сюда кровать, рядом диван, стол с буфетом, книжный шкаф. С раннего встречать лучи рекомендуют все врачи. Здесь будет спальня, здесь концертный зал, кухонька там. Здесь читать по вечерам, а в этом зале мы закатим бал, какой во сне не снился нам. Я тут займу тенистый уголок, нет лучше ничего. Здесь рай небесный для него, здесь и квартиру с нас получит Бог, и ангелы его. Yeah.
тут лошара. А как ваши успехи? Как? Как? Блестяще. Это я уже слышу целый год. Не год, а только месяц. Месяц прошел, а пейзаж все тот же. Я не могу больше сидеть в этой проклятой воображаемой мансарде. У меня уже ребра торчат. Это не ребра, а играть светотени. Хорошенькая игра. С меня сваливается последняя юбка. А когда она свалится, мы ее продадим. Ух! О, Афродита, богиня красоты. Там в кастрюльке оставался суп. Да? Да. Останется с такой компанией. О, добрая, чуткая, деликатная Нинон. Ты ведьма! Карамба! 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 Из этого ругательства может получиться прекрасное женское имя. Когда туман опустится в долины, и золото чуть тронет небосвод, я вижу тень моей карамболины. По лугу предзакатному бредет грешна, и как Манон Леско невинна, таинственна, и как свирель проста, везде со мной моя карамболина, души поэта дерзкого. Анри! Ты куда? Постой-ка давай! Постой! У нас еще все впереди, Анри! Карамболина! О, карамболина! Анри! Ой, тебе плохо! Живой! Ему плохо! Живой! Анри! Живой! О, моя карамболина! Боже мой! Карамболина! Ой, карамболина! Карамболина!
свистать такую музыку. Эй, люди, сегодня родилась основная мелодия нашей будущей оперетты. Ее лейтмотив. Ура! 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 Слава Карамболине! Хозяин дома, и с ним еще двое идут, нас выселят! Спасайся, кто может. Никого нет, это даже лучше. Пожалуйте сюда, господа. Черт возьми, как высоко это мансарда. Отсюда вам будет виден весь Париж. Мы вас больше не задерживаем, милейший. Да-да, ухожу, ухожу. Ваше превосходительство. И кот где-то. Понимаю, понимаю, понимаю. Я не случайно вас пригласил именно на эту мансарду. Отсюда вам будет виден Париж, как с птичьего полета. Прошу вас, взгляните вот в этом направлении. Вы сейчас увидите дома, о которых идет речь. Что это за ехидная старуха? О, это же памятник Вольтеру, ваше превосходительство. Инкогнито! Ну, понимаю, понимаю, понимаю. Я знаю Вольтера. Он изобрел вольтеровские кресла, кстати, очень неудобные. Но, кроме того, Вольтер еще был знаменитый философ 18 века, человек, который... Не морочь мне голову, милейший. Я сам знаю, кто есть кто. О, кавалерист. Кто это там на лошади? О, это же Людовик 13-й. Король? Король! Боже, король так безобразно сидит в седле. Я бы не держал в своей бригаде такого кавалериста. Какой ты говоришь, король? 13-й. А где остальные? 12? Вот этот дом я должен купить. Да, этот и тот, который рядом тоже. Эти дома пойдут на слом. Здесь будут делать бульвар. Да какого черта я буду покупать дома, которые идут на слом? А, для того, чтобы сломать эти дома, муниципалитет должен будет у вас их купить. И тут вы за них получите двойную цену, тройную цену, ну что там, десятерную цену. Боже. Гарниз! Эскадрон! Махинация! Это не махинации! Это не махинации! Это спекуляции! Но это другое дело! Боже! Какая женщина! Увидеть один раз и... И умереть? Она... Что вам угодно? Ренар! Дама, генерал. Налево кругом, аллюр три креста, марш. Я... Что с вами? Я ослеплен, оглушен, разрублен. Контужил, у меня нет слов. Ясно. Вам надо серьезно лечиться. Я вылечусь сразу, как только вы согласитесь. Позировать? Опять? Ха, художник. Я сам не имею к ним никакого отношения. Я министр изящных искусств. Если бы мне сказали, что меня назначат из кавалерии в искусство, я бы тоже посмеялся. Но это так. О, господин министр, а может быть тогда меня устроите в театр к Бруяну? Считай, что ты уже там расплюнул. Ох, овцык! Овцык, ты вообще одни лошади. Боже мой, а мюзикол? А мюзикол? А ты лошад? Ну-ка, катитесь отсюда. Лошадиный дел мастер! Давай отсюда! Министр! Это был? Вам-то что? А так? Ну хорошо же. Да? Не волнуйся! Я его верну! Уж не предложил ли тебе этот тип контракт на сцене лучшего театра? Предложил! Постой, постой. Ты что, собираешься изменить нашему Раулю? Ваш
вашему Раулю. Вашему Раулю. Похоже, нашему Раулю. В таком случае, как бывший семинарист, я обязан исповедать тебя. Помни, чистосердечное признание смягчает вину. На колени, дочь моя. Да перестань, наконец. Не то настроение. Ну, как ты знаешь, мы можем создать любое настроение и любую обстановку. Скорее во всем признайся, дочь моя, твои грехи знать должен точно я. Тебя я с миром отпущу и все грехи тебе прощу, когда все скажешь не тая. Увы, охотно согрешила я, и изменить давно решила я. Но никого к несчастью нет, кто мне купил бы хоть браслет, не то что модный туалет. Покайся, спеши, снять бремя с души. Я права грешна лишь в том, что я бедна. Девчонки Монмартра прекрасны, как день, но только девчонку получше одень. Готовы мы все весь изъёт я, хоть душу отдать в обмен на платье. Характер девчонки изменчив, как май. Сегодня полюби, но завтра прощай. За что ты что уж очень хороши. Хочу я тебя, святой, спросить, а вам случается порой грешить? Должно быть, нет, но если то, прошу ответить мне тогда, какие вам грехи простить? Не знаю, кто простит мне этот грех, но я готов любить девчонок всех. Едва начнут мне изменять, я их стараюсь забывать, но через день влюблюсь опять. Забудешь нас всех, искупишь свой грех. Забыть вас, о нет, без вас не мил мне свет. Девчонки Монмартра прекрасны, как день, но только девчонку получше одень. Готовы вы все без изъятия хоть душу отдать в обмен на платье. Характер девчонки изменчив, как май. Сегодня полюби, а завтра прощай. За что же лишать им спасению души? За то, что уж очень хороши. Мадам Арно, это вы? Вот это явление. Куда? Нет, нет, никуда, я просто шнурок завязывал. Меня интересует, когда вы развяжете кошелек. Деньги за жилплощадь будете платить? Деньги? А что это такое? А, эти такие кругленькие блестященькие штучки? Или я забыл? Острите. Здесь все острят перед выходом на улицу. Собирайте вещи. Как, вы собираетесь нас выселять? Вы святая женщина. Мой святой долг – выселять за долги. Ваш платить. Вы задолжали хозяину за 6 месяцев. Что вы говорите, мадам Арно? Как быстро бежит время. Когда я останусь здесь, пока вы не заплатите? Ну, тогда вам понадобится раскладушка. Ага, все ясно. Денег нет. О. Нет? Ну что ж. Примем более конкретные меры. Какие? Мадам Арно, вы этого не сделаете! Это почему же? Что мне может помешать? Ваше сердце! Сердце! Благородной женщины! Про сердце вы говорили мне уже в прошлый раз! Вы же не допустите, чтобы погибли 4 юных голубка! И про голубков вы мне уже говорили! Мадам Арно, мы не хотим бросать вас. Мы так вас полюбили. А, мало ли кто меня любил. Ну, сами уйдете! Или позвать дворника. Вы просто не можете нас выгнать, мадам Арно. Это почему же? Потому что мы вас выдумали. Вас, в сущности, нет.
мадам Арно, ведь вас же в сущности нет. Если я вас не выселю, то сюжет вашей оперетты просто остановится. О, я в этом кое-что понимаю. Молодой человек, вы были суслик, а я была уже в театре Примадонной. Я пела прекрасную Елену. Весь Париж называл меня Ландыш Монмартра. Ландыш, Ландыш. Так это были вы, мадам Арно. О, ландыш белый, о, ландыш нежный. Уговорите жестокого хозяина не выгонять нас. А ну, пристань с колен, побереги наши новые брюки. Фи, говорить о таких вещах при даме. Мадам Арно, вы... Мадам пришла получить с нас за квартиру. Мадам Арно была примадонной оперетты. Да. Какое было время. Меня носили на руках. Я утопала в цветах. Мои портреты. О! Это чудесно! Это чудесно! Как значит, вы когда-то были примадонной? Ну, спойте что-нибудь для нас, чтоб мы поверили сейчас. Пропойте песню хоть одну из тех, что пели в старину. Мы не слыхали их давно. Мы просим вас, мадам Арно. Жреца Калхаса перепутал все реплики. Его уволили. Ну а дальше? Дальше. Что дальше? О! Что дальше? Дальше у меня пропал голос. Просыпаюсь утром. Все на месте. Голова, руки, ноги, все. А голоса нет, пропал. Все, начисто. О! Ну что ты? Что ты дальше тут белье? Я здесь от голоса оторву, отойди! И это называется пропал голос. Воображаю, какой он был до того, как пропал. Да. Не можете себе вообразить, не можете. Когда я пела, то все делали, что я хочу. Мадам Арно, спойте нашему хозяину, чтобы он нас не выселял. Ты пела уж несколько раз. Ну хорошо, я попробую. Дадим вам отсрочку еще. Вы прелесть, вы богиня. Верховный жрец Калхас был человек со вкусом. Позвольте, я вас поцелую. Целовали уж много раз. И я. И он. Она его уговорит! Она его уговорит! Она его уговорит! Она его уговорит!
Господи, какую я сделала ошибку. Меня как-то приглашал в натурщицы сам академик Буассон. А я дура, и дура. Правильно сделала. Буассон — абсолютная бездарность. Он член Академии художеств. Академии ничтожеств. У него особняк в Булонском лесу. Вилла на Ривьере. А что у тебя? Что у вас всех? Одно пустозвонство. Тут начинают переходить на личности. Да? Пойдем подышим свежим воздухом. Карамболину вижу в шумном зале. Пойдем, ненормально. Где смех звучит сквозь шумный разговор. Она весной под купами Версаля бежит за мной по берегу озер. Как я устала. Я не обещал тебе легкой жизни. И давно пора работать. Я, меня, моя. Лексикон эгоиста. Я не буду, как твой Буассон, писать портреты банкиров и деляг. Меня тошнит от этой публики. А обо мне ты подумал? Что же мне всю жизнь сидеть в натурщицах? Я хочу стать актрисой. Да ты-то, ты пыталась попасть на сцену? А в чем? В чем мне было туда попадать? В этих лохмотьях обносилось даже то, что я привезла. Бог мой, я ведь кот околачиваюсь с вами. Я хочу стать актрисой, а ведь для актрисы главное наружность, формы, через которые можно выразить свое содержание. А как же насчет таланта? Чепуха. Талант придумали некрасивые актрисы. Это полиция. Мадемуазель Тесье? Это я. Вам туалет от Диора и письмо. Боже мой. Прелестная незнакомка, вы меня не восприняли всерьез, но я совершенно серьезно заявляю, вы созданы для театра. Карета ждет вас внизу. Вас отвезут господину Бруйяру. Преданный вам бывший генерал от кавалерии, министр изящных искусств, ваш Джузеппе Фраскатти. Так это действительно был министр. Боже мой! Вот и начинается моя жизнь в искусстве. Черт знает что. Я люблю тебя, Рауль. Я люблю тебя. Любишь? Я люблю, да. Я тебя очень люблю. Но я хочу быть актрисой. Театр. Боже мой. Я буду актрисой. Посмотри, дорогой, что за чудный наряд. Взгляни, как огни в этих серьгах горят. Все эти подарки так сказочно ярко, что в них я будто на сцене. Помнишь, Нином, как нам сиял закат весенний? В небе звезда для нас двоих среди облаков зажглась в тот час. Ты мне тогда в своей большой любви призналась первый. Знаю, Нином, тебя ведь не удержишь силой. Может быть, ты меня и прежде не любила. Я лишь писал мечты моей портрет. Я лишь которой
уходи, останься со мной тебе. И что же? Богатство, блеск тебе дороже. На идеал я не похожа, мечту души здравой пиши. И помнишь, с грустью ты быть можешь. За упокой грешной души, Нинон. Тисею. Я прошу никогда не упоминать ее имени. Я прошу никогда не упоминать ее имени. Финита ля комедия. Но если бы все было кончено, к ее имени ты бы относился спокойно. Не грустите, прошу вас. Можно я вам спою? Недолгие весенние грозы быстро промчатся они. Выглянут вечером поздно звезд золотые огни. Вас утро улыбкою встретит. Зарит небосвод, и ласковый ветер взлетев на рассвете вам светлую песню споет. Чему грустить напрасно, печали вечной нет. Гроза минует, и в душе лёд уносят реки, и вьётся жизни нить. Длина земная
свободных людей. Убери эту акварель. Это не акварель, а масло. Масло! Сейчас бы кусочек хлебушка с маслом. Я, кажется, скоро перестану дышать. Ничего. Зато сэкономишь массу энергии. А когда спишь, есть вообще не хочется. Голодом лечит. Трое здоровых мужчин не могут найти денег на одно рыду. Не имеем денег, зато имеем массу долгов. Кажется, это булочник. А может, молочница? Ее корова не хочет доиться в долг? Наверное, мясник он давно обещал спустить на шкуру. Ой, оставь надежду, всяк сюда входящий. Молодые люди, когда к вам стучат, вы должны вежливо спросить, какой болван стучит, и я спокойно вхожу. Я вижу, все дома. Что же вы молчите, как три египетских сфинкса? А, все ясно, дядюшка Франсуа. Хозяин кафе прислал вас за долгом. Вы трагически не угадали, мой друг. Сейчас я представляю другую фирму, где я подрабатываю, когда не музицирую в кафе. И что это за фирма? Прошу не нарушать должного порядка. Я обязан все проделать официально. Проживает ли по данному адресу художник по имени Рауль де Лакуа? Проживал, но все уже прожил. И теперь ему проживать уже нечего. Отвечайте, Рауль де Лакуа. Вы выставляли в художественной лавке клошара, где я имею честь подрабатывать, картину под названием «Гризетка Монмартра». Ну, выставлял. Сегодня утром вашу картину купили. Я принес вам деньги, 1600 франков. Держите его! Держите же его! Держите его! Держите же его! Я хотел его обнять. Медведь, надо же соображать. Он спит. Может, положим его на кушетку? Не надо, на кушетку. Надо. О, очнулся. Как вы себя чувствуете? Первые минуты надо всегда держать. Я же говорил, держите его. Держим. Но, кажется, руки-ноги целы, я еще дешево отделался. Это я от радости. Ведь вы же принесли нам 1600 франков! А если бы я тебе принес 2600 франков? Инвалидность как минимум. Вы знаете, в один дом, куда я принес деньги, меня подкинули под потолок, а сами ушли праздновать. Ну где же эти деньги? Я хочу видеть 1600 франков! Я не могу больше рисковать! Не выходите из рамок! Пишите расписку и кладите на стол. Рауль де Лакуа. Прекрасно. Али. Друзья мои, этот чудный, можно сказать, красивый человек. Вроде красивый, а симпатичный. Принес нам деньги, но это не просто деньги. Это год обеспеченной жизни. Это моя мечта, поездка в Италию. Это... Дядюшка Франсуа, вы знаете, что я сейчас сделаю? Знаю. Вы подарите мне 50 франков. Как вы догадались? Интуиция. Дело в том, что я знаю художников. Они всегда мне дарят 50 франков. Так вы богатый человек, дядюшка Франсуа. Увы, нет. Дело в том, что клёшар и сыновья тоже знают художников. И если я не принесу им эти 50 франков, они уволят меня. К черту клёшара и его сыновей. Вот вам 100. Вот это уже мужской разговор. Ну что же вы молчите? Мы-то теперь богачи. Когда я голоден, у меня все слова проваливаются в желудок. Обедать. Как можно скорее. И не забудем тех, кому сегодня не так повезло. А это весь Монмартр. Вперед, друзья! Дядюшка Франсуа Але. Хоп.
Если мы все выпьем бокал за наш успех. Если мы все так повезло, выпьем там и всех. Без свободы, без забот, можем смело смотреть вперед. Будут хранить нас целый год, тысяча лет. Виолетта, что с тобой? Что случилось? И убежал от Парижа. Теперь он подаст на меня в суд. Всю жизнь я рифмовал слова, а сейчас у меня нет слов. Но эти шуточки у меня не проходят. Простите, друзья, праздник отменяется. Нам надо кое с кем поговорить. Вы тоже? Мы с вами. Мы с вами. Вперед! Вперед! Вперед. Ну и... Париж же гнусный тип! Выходи! Париж же гнусный тип! Выходи! Успокойтесь, успокойтесь, господа! Собственно, я и понимаю, в чем дело. Я дал вам право обижать эту девушку. Обижать Виолетту? Что вы, господа? Я, можно сказать, ее пригрел. Я ее воспитал. Я дал ей возможность... Мы уже все знаем. Молодые люди, вы несправедливы ко мне. Если бы только знали, как трудно иметь свое маленькое дело. Прошу вас не обижать Виолетту, иначе пойдете... под суд. Ох, вы угрожаете мне? Вот именно. Ну, неизвестно еще, кто пойдет под суд. Одну минуточку. Садитесь, друзья. Садитесь все. Париж, гнусный тип. Вот долговые расписки Виолетты Шевале. Итак, ее долг 1642 франка 84 су. Виолетта, может быть, ты мне скажешь, когда истек срок платежа? Год назад. Вот именно. А я к тебе всей душой. Ну что ж, я отнесу эти расписки в суд. А там уж решат, что делать с тобой. Уж лучше сидеть в тюрьме, чем работать у вас. Успокойся, Воробуш. Не плачь, Виолет. Послушайте, приятель, вот здесь 1500 франков. Вы отдаете мне расписки, а я вам деньги. Нет, она мне должна 1642 франка 84 су. Но у нас только 1500. Вот, 1600 франков. Где? 1600 франков. 1620 франков. 1621 франк 50. 1640. 3 франка. 5 франков. Сыны Руси, Сыны Руси,
жизненная, вы дочку нашли. Но я вот дочкой скромной мечтаю я лишь о том, чтоб нам четвером душевным теплом согреть этот старый дом. Жалеет угольно мадам Марло, а дом согреть уже пора. Всем деткам спать пора давно. Спит кошка, дремлет мышь, спит весь большой Париж. Так что же ты не спишь? Спит Париж, спит Париж, спит Париж. Месяц глядит в окно. Совсем на потуже заснул на третьем этаже. Ни пуха, ни пера. К черту! Главное, произвести хорошее впечатление на Бруяра. Ага. И, пожалуйста, не волнуйтесь, вы написали замечательный оперет.
Ой, что в твоем галстуке, Мари? Не забывай подтягивать брюки на коленях, если вас пригласят присесть. Боюсь, что не пригласят. Будь мы известны, все было бы гораздо проще. Если бы Рауль был знаменит, он мог бы стать реставратором Лувра. Реставратором? Вот здорово, а! Мы входили к нему в ресторан обедать, и всегда были бы сыты. Да не ресторатором, а реставратором. Он чинит старые картины. От времени они же портятся. Облупляются? Не облупляются, а тускнеют. Их надо обновить. А, подкрасить, подштукатурить? Не подштукатурить, а восстановить прежние краски. Этим и занимается реставратор. И Рауль это может? Он все может, лишь бы только предложили. Ну, пора. 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 Желаю вам удачи. Не сглазь. Держись за дерево. Каждый вечер жду. Здесь на крыше вышине, как тепло на сердце мне, и любовь ко мне скатилась, как звезда во сне. Нет, 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 ведь это мой секрет. Мансарде над двором живем мы вчетвером, владеем, как умеем, лирой, кистью и пером. Здесь днем такая что даже мышь, а вечерами с нами золотой Париж. Видны нам с высоты все парки и мосты, и даже цирк и казино я видела в окно. Живем мы на горе, на высоте такой, что с неба звездочки мы достаем рукой. Парам-пам-пам-пам-парам-пам-парам-пам. Извините. Что ты? А вы куда? Какой любопытный лягушонок. В мансарду. А я вас туда не пущу. То есть как? А теперь я там хозяйка. Хозяйка. Воображаю, как им живется. Можете только воображать. Подожди. Позови месье Рауля. Ах, месье Рауля. Прошу тебя. Сейчас? Театр Бруяра, месье Рауля нет дома.
У меня есть имя. Зачем ты пришла? Я пришла по делу. Я слушаю. Я хочу поговорить с тобой. Виолетта, уйди. Я слушаю. Виолетта, уйди! Я скучаю по тебе. Это все, что ты хотела мне сказать? Подожди. Продай мне портрет. Какой портрет? Ну, тот, который с ребрами, где игра светотень. Портрет не продается. Но я дам тебе за него 1000 франков. Портрет не продается. Но 1000 франков тебе же не помешают. Я не нуждаюсь в помощи. Знаешь, у меня сейчас в новой роли есть такие странные слова. Да ты не кривись, не кривись. В оперете тоже бывают глупые мысли. Я тебе на всякий случай дам совет. Раз цветок увидел, сорви. Ищи того, чего на свете нет, не мечтай о вечной любви. Мой друг, сегодня пришло это счастье на минутку, счастье в шутку. Жизнь многоцветна, как большой карнавал. Каждый под маской там подруг узнавал. Но если хочешь жить, как в сказке, не трогай краски, не заставлю снимать прекрасной маски. Даже у женщин, что собой хороши, ты обнаружишь пустоту их души. Можешь прийти ко мне сегодня вечером? Что? Что ты сказал? Ты можешь прийти ко мне сегодня вечером? Я подумаю. Я буду ждать. Вы не пойдете к ней, Рауль? Куда? Вы не пойдете к ней? Ты подслушивала. Конечно. Это меня не касается, и вообще это не мое дело. Я удивлена, когда некоторые люди не видят никакого самолюбия. Дурочка, при чем здесь самолюбие? Просто мне надо закончить картину, для которой Нинон меня позировала. А разве нельзя ее написать с кого-нибудь другого? С кого? С кого-нибудь другого?
Мне нужна девушка с мраморными плечами. С мраморными плечами. С мраморными плечами и ледяным сердцем. Замолчи. Она ж холодная, как русалка. Замолчи. Но если ты хочешь, чтобы я не шел, я не пойду. Правда? Как я рада! Мы не пойдем к вам. Мы обойдемся без вас. У нас есть свои плечи. Стой! Нинон мне изменяет? Боюсь, что да. Это невероятно! Мне изменяет! Во всяком случае, она бывает у своего бывшего любовника-художника. Я убью его к барьеру! Ваше превосходительство, успокойтесь! Вы же министр изящных искусств! А дуэль — это скандал. Его надо убрать тихо. Но как? Очень просто. Его надо выслать из Парижа. За нищенство. За то, что он рисует голых женщин. Вот. И запретить ему въезд в столицу. Выслать и запретить. Выслать и запретить. Это мысль. Ренар, аллюр, три креста шагом марш, я сам проведу рекогносцировку. Рауль? Ага, его зовут Рауль. Но сейчас у нас никого нет дома. У нас? А ты при чем тут? А я их приемная мать. Ну да, юмор. Приемная бабушка, могу сидеть сюда. А что к твоему приемному внуку? Приходила сегодня одна дама? Нет, не приходила. Она приезжала. У нее экипаж с двумя серыми рысаками. Серыми в яблоках. По 10 тысяч. Что, за каждое яблоко? За каждого рысака. Что она здесь делала? Она просила месье Рауля, чтобы он продал ей свой портрет. А вот. А он сказал, что этот портрет не продается. Ерунда, все продается. Сколько она обещала заплатить? 1000 франков. Сумасшедшая. У меня висит картина. 3×4, 19 квадратных метров. Я заплатил 5000 франков в Париже. А это полутораметровый портрет. 100 франков, красная цена. Что? Да месье Рауль за один холст заплатил в 2 раза больше. Так холст-то был чистый, а сейчас он измазанный. Ох, хитрец твой приемный внук. Он хочет, чтобы она каждый день приходила к нему и торговалась. Каждый день приходила и торговалась. Подожди. Ну, как нам сделать, чтобы она не ходила к нему больше? Вы знаете министра изящных искусств? Да, знаю. Ну так вот, скажите своему министру, чтобы он получше смотрел за этой дамой в серых яблоках. Ага, усмотришь. У меня у министра дел по горло. Каждый день директора театров, артисты, художники. Черт знает кто. Ну, что же нам сделать? А вы попросите своего министра, чтобы он назначил Рауля реставратором в Лувре. Реставратором? В Лувре есть ресторан. Да не ресторатором, а реставратором. Некоторые картины портятся. Их нужно подкрасить. Этим и занимаются реставраторы, понимаете? Ничего не понимаю. Я не понимаю, зачем нужно восстанавливать старую рухлядь. Меня интересует одно. Сколько времени будет проводить в Лувре этот регистратор? Да не регистратор, а реставратор. А... С утра до поздней ночи. Это меня устраивает. Сегодня же даю... Подаю записку министру о зачислении в Лувр на довольствие художника Рауля, как? Делакруа? Делакруа. А, нет, ничего не выйдет. Для того, чтобы
это делать, нужно кончить сначала курсы. А курсы требуют очень много денег. Да я... Министр даст ему 3 стипендии. Но ведь эти курсы находятся только в Италии. Где девочка находится? В Италии. В Италии! Ведь это же в Италии! Бабушка, ты соображаешь. Спасибо. Привет меня, Стру. И тебе привет от меня, Стра. Спасибо. Мансарден над двором, живем мы вчетвером, владеем, как умеем, лирой, кистью и пером. Здесь днем такая тишь, что слышь, что даже мышь, а вечерами с нами золотой Париж. Видны нам с высоты все парки и мосты, и даже цирк и казино я видела в окно. Живем мы на горе, на высоте такой, что с неба звездочки мы достаем рукой. Господи, неужели сбудет свою мечту, он поедет в Италию? А как же я? Ну что? Бройер опять вас не принял? Да, что он принял. А вот оперетту... Она ему не понравилась? А он ей не слушал. Говорит, зачем я буду слушать эту гребанию? Да вы с ума сошли, что вы делаете? Надо обязательно заставить его, чтобы он послушал. Ну как ты заставишь его послушать? Лишняя работа. Все равно дождь будет. Ничего подобного, сегодня будет великолепная погода. Вот, уже закапало. Кажется, кофе. О! Смотрите, целый тюк капнул. Ясно, кого-то выселяют. Когда туман опустится вдаль... Слушайте, это же мои стихи. Я всегда говорил, что ты пишешь стихи на свою голову. Друзья, это же мои ноты. Да это же нас выселяют. Эй, вы! Эй! Алло! Эй, вы там! Эй! Приходите немедленно! Да, значит, бедняги, это мы! Выходит так. Смотрите, это твой зонтик. Мой. Вот и все. Конец нашей маленькой семьи, теперь мы разбредемся в разные стороны. Зачем? Мы останемся жить тут. Что, в дворе? Ну? Не огорчайся, девочка. Сейчас весна, тепло. На этот раз стены у нас будут... из чистого воздуха. Здравствуйте. Вы что ж, переезжаете? Здравствуйте, дядюшка Франсуа. Здравствуйте, малыш. Это не мы переезжаем, это нас переезжают. И кто же это вас переезжает? Мадам Арно. Опять мадам Арно. Мадам Арно, мадам Арно. Кто она такая, мадам Арно? Знаешь, я сейчас с ней поговорю. Не надо, дядюшка. Нет, надо. Мадам Арно, идите сюда. Кто? Кто орёт-то? Ну, что я надо? Говорю, я за себя боюсь. Я понадобилась. Как вы смели, что? Мадам Арно? Как вы... Елена. Алёнушка. Нет. Елена Прекрасная. Через все колхазик. Боже мой, это ты? Ой, ну где же твои золотые кудри? Где же кудри? Я их решил отпустить. Я их отпустил, они не вернулись. Клади, наклади. Как же ты могла выгнать таких молодых людей? Таких талантливых. Знаешь, лучше бы они были не такими талантливыми, но аккуратно платили бы за квартиру хозяину. Не хочешь ждать ни одного дня. Здравствуй. Ты объясни хозяину. Что? Что он эту мансарду будет в будущем показывать за деньги. Это я тебе говорю как театральный деятель. Как? Ты еще? Ты еще в театре? Как ты еще? Как ты еще?
Я снова в театре. Как? Друзья мои, как? Я снова в театре Брояра. Как? Да невероятно, это просто... Как? Прекрасно! Ну, я не понимаю, ну, а как же, как так получилось, что ты... Театре. Благодаря треугольнику. О, что такое? А на мое счастье был объявлен конкурс на замещение вакантной должности старшего треугольщика. Я занял первое место. Мы вас поздравляем. Всю жизнь мечтал музыкант по призванию играть в оркестре театра Бруяра. И пусть водевиль у театра название. Поет треугольник не хуже рояля. Ваше здоровье. Молодец. Благодарю вас. Колхасик, значит, ты каждый день имеешь возможность видеть Бруяна. Да, я каждый день говорю ему здравствуйте. А он молчит. Значит, ты можешь попросить его, чтобы он послушал оперету этих талантливых сусликов. Я все могу. Но для того, чтобы вашу оперету поставили, нужно, чтобы главную партию спела мадемуазель Нинон Тисси. Что? Она главнее репертуарной коллегии, и она все может. Не надо ее просить. Ну что же сделать, чтобы он послушал хотя бы кусочек вашей оперетты. Я не знаю, но если вы не возражаете, может быть... Только ты можешь нас выручить. Виолетта. Виолетта. Да? А вы мне поможете, дядюшка Фрэнк? Конечно, Виолетта! Заблестят в лучах рассвета очертания крыш, так горят кафе и барах огоньки. А тебе карамбалета будет петь Париж под весенний шум бульваров и реки. Пишет песни о тебе поэт, а художник твой портрет. Но кому же, наконец, подаришь ты любви венец? Кому полюбишь ты владычицу сердец? Кому полюбишь ты владычицу сердец? Карамбалета, карамбалета, ты королева красоты. Карамбалета, карамбалета, все запринять умеешь только ты. Mm-hmm.
Эй! Уходите. Что ты тут делаешь? Пою. А ты понимаешь, где ты поешь? А где я пою? А ты что, не видишь, где ты поешь? Это театр Водевиль. А где вы видели Водевиль, в котором не поют? Да, у нас поют, но поют примадонны. А самодеятельность я здесь видеть не желаю. Убери их. А, позвольте, Аминочка, будь любезны, пожалуйста. Амин! Идет репетиция. Это поет сама Нинон Тисье. Ну и что? А у нас не разные песни. А что ты поешь? Карамбулина. Это та самая карамбулина, о которой мне прожужжали все уши. Я не знаю, кто вам что жужжит в уши. Не мешайте мне петь. Стой! Ты знаешь, с кем ты разговариваешь? Нет, не знаю. Я Бруяр. Директор этого театра. А мне это ни к чему. Стойте! Откуда поешь ты эту песню? Из опереты. Из опереты? Из какой опереты? Да. Напрасно интересуетесь. Почему? Да потому что эта оперета слишком талантлива для вашего театра. Вот как? Печально, но так. Вы, господин Бруяр, несколько отстали со своим театром. Вы ставите опереты про графов, князей, а зритель, который приходит, хочет увидеть на сцене таких же простых людей, как он сам. Верно? Вот, господин Бруяр. Я думаю, что он меня не понял. Почему же я не понял? Действительно. В нашем деле, если хочешь выжить, приходится понимать. Пропустите его. Сам чувствую, что давно пора менять репертуар. Зритель тянется к чему-то теплому, сердечному. А мы долбим одно и то же, одно и то же. Ты случайно не знаешь, где живут эти авторы? Нет. А, кажется, вспомнила. Случайно. Давайте. Площадь Тертер 38. Давайте. Монмартр! А где же еще может родиться хорошая билета? Идем. Тертер 38. Не волнуйтесь, господин Бурят. Считайте, что оперета этих ребят у нас в кармане. Восторг пришел Бруяр. Ты мир полет, но слов поет, но нас
И говорит еще иной балбес, что в мире нет чудес. Это чудо из чудес. Она успела спеть один куплет, но как, вот в чем секрет. Карамболина, карамболетна, ты Карамболина.
художник Рауль де ла Круа? Кто здесь художник Рауль де ла Круа? Кто здесь художник Рауль де ла Круа? Это я. Месье де ла Круа, приказом Министерства изящных искусств вы назначаетесь главным реставратором музея в Лувре. Завтра вам нужно срочно выехать в Италию, чтобы изучать картины великих мастеров. Посмотри на календарь, мой милый, сегодня не 1 апреля. Месье де ла Круа! Месье де ла Круа, вот приказ. Ну почему я? Секрет, секрет, секрет. Ну, секрет — это тайна. Могу вам только намекнуть, что за вас хлопотала одна знакомая девушка, которая пожелала остаться неизвестной. Должен все понять.
земле, снова я совсем одна. Своим друзьям теперь я больше не нужна. В театре все может быть. Однажды по ошибке поставили для первого акта декорации из третьего акта. Ну и артисты вынуждены были сначала сыграть конец пьесы, а потом начало. Публика, конечно, ничего не заметила, а критика писала очень свежо и оригинально. Когда выйдешь на сцену, не смотри в партер. Работай на галерку. Оттуда никто ничего не видит, зато все сочувствуют. Угу. Повернись. Хорошо. Нинон! Нинон! Постой! Нинон! Поздравляю! Поздравляю! С успехом! Да? С удачей! Ага! Чьим успехом? Что за роль вы мне написали?
дурацкая пьеса. На чердаке царила нужда, да? Но там веселье было всегда. Ах, ля-ля. Это хорошо. Да? Хорошо? Ля-ля. Ага, ля. Боже мой, ну что вы мне принесли? Это же финале. Когда-то она тебе нравилась. Да? Да? Да. Так это было когда-то. Давайте сюда. А теперь я вижу. Ваша пьеса насквозь лживо. Героиня предпочитает богатству бедность. Герой – страдающий неподкупный поэт. А фабрикант, конечно же, подлец и подонок. Все это на потребу галерки. Галерка нас больше волнует, нежели первые ряды. Посмотрим, будет ли ваша цветочница иметь успех. Мадемуазель Нина, ну, что ваш хотите? Выход после лета... Боже мой, оставьте меня, оставьте, оставьте. Господи, оставьте. Рай, ну, ничего не что будет. Случилось? Что вы нервничаете, мадемуазель Нина? Ах, оставьте меня. У меня разболелась голова. Пирамидону. Раздобудьте где-нибудь пирамидону для примадонны. Антракт что-то задерживает. Кстати, не забудьте. Вы должны после соло контрабаса прозвонить ровно 12 раз. Вчера на генеральной репетиции вы прозвонили 13 раз. Понимаете? Это верно. Я очень волновался. И из-за этого Нино пришлось сказать. Сейчас пробила полночь. С чем-то. Сегодня я не ошибусь. 12 раз. 12. Модерата кон аморе. Что вы играете? Маэстро, вы не узнали? Бетховен, пятая симфония. Пятая? Да, ну я, конечно, сыграл партию треугольник. При чем здесь Бетховен? Ну при чем здесь Бетховен? У нас сегодня премьера. Премьера нашей оперетты, дядюшка Франсуа. Приехал. Кто он? Как кто? Ваш друг, месье Рауль. А? Рауль! Приехал, Рауль! Неладно все было. Почему вы так говорите, дядюшка Франсуа? А как прикажете говорить? Он вскружил девчонке голову и укатил себе в Италию. А теперь прикатил. А? Если она увидит его, что будет? Что будет? Что будет? Что будет? Она не сможет петь. Она загубит свой номер. Она погубит премьеру и свою карьеру. Сегодняшний ее выход станет первым и последним. Надо отвлечь его. Чем? Вопросами. Какими? Разными. Об Италии. Об Италии. О Везувии. Да. Об итальянках. Об итальянцах. Об итальянцах. Нельзя ни в коем случае допустить, чтобы она увидела его. Ни в коем случае. Ты-ка... Рауль его здесь. Хорошо. А мы на перехват. На перехват. На перехват. Она легка в своих движениях. Ее улыбка дерзостью пленит, и летний зной в холодный день осенний зова, загар девичьих плеч ее хранит. Загар девичьих плеч. Да. Привет, старина. А, Рауль! Рауль! Поздравляю с премьерой. А как ты сюда попал? Очень просто. Еду мимо, вижу афиши. Я к вам. А как там в Италии? Чудесно. Синее небо, синее море, чудесные картины. А Везувий? Правда говорят, он все время дымится. А что же ему еще остается делать? А итальянки? Правда, они все время танцуют тарантеллу. Бывает. А эти, как их, итальянцы, все время жуют макароны. Что за чушь? Что? Ты как сюда пробрался? Рассказывай. 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 Ну, как там? Италия. Да все нормально. Небо, море, картины. А как там этот Везувий? Дымится. А итальянки танцуют, если не говорят глупости. Глупости. Мсье Рауль, какое счастье. Дядюшка Франсуа. Какое счастье. Ну, слава богу, хоть один
нормальный человек, а то эти двое совершенно спятили да. от своей премьеры. Да, да. Ну, как там в Италии? Кто? Да все в порядке. Итальянки дымятся. Везувий ест. Ой, что ж. Когда видите человека плохо, Мсье Рауль, конечно, вы хотите посмотреть премьеру. Я сделаю все возможное. Я поставлю вас в левую кулису, и вы будете стоять там до конца акта. Обещаете мне это? Уважаемые зрители, в театре Бруяра вас никогда не ждут огорчения. А если и ждут огорчения, то только тогда, когда вы не приходите в театр Бруяра. Клодина, не морочь ей голову. Мадемуазель Виолетта, все это актерские предрассудки. Господи, креститься, плеваться, прыгать на одной ножке. Самое главное, первый раз выйти на сцену необходимо из правой кулисы. Что ты еще придумал? Ничего не придумал, такая примета. Какая примета? Ну, новая примета, наиважнейшая. Дядюшка Франсуа, большое вам спасибо, вы такой добрый. Итак... Не морочь голову, девочки, ей надо собраться с мыслями. Нет, выходи обязательно из правой кулисы. Мадемуазель Виолетта, ваш выход! Куда ты? На сцену! Уже? Смотреть надо. А, это ты, лягушка. Виолетта. Рауль. Воробушек. Мне надо было съездить в Италию для того, чтобы понять, как мне недостает тебя. Виолетта, на выход! Виолетта, на выход! Беги, беги. Видел в пышном билетаже сон банкир, что купил на распродаже целый мир. Спал он берез заперев на тройной запор, но с отмычкой, как на грех, вдоль подраса вор. В лес он хоть слегка кедрифил темный зал, пачку ассигнаций себе быстро взял. И бриллианты не отверг, друг для вора свет помер. Услыхал он хриплый голос: руки вверх! Ура! Законом! Без них бы свет погас, из них обрушились бы горные хребты. Ура законом, они спасают нас, из них погибли бы мы все, и я, и ты. Вас по закону из дому гонят суд, вас по закону тюрьму за нищенство пошлют. Ура законом, но для владык страны ни беззаконие, ни законы не страшны. Закричал банкир сердито: живо в суд! 10 лет тебе бандиту там дадут. Прочно сядешь ты в тюрьму, ты закону враг. Но с улыбкою ему вор ответил так: отчего же лицемерен ваш закон? Денег здесь по крайней мере миллион. Вы их крали там и тут, ваши банки все сосут. Отчего же из вас не отдадут вас суд? Ура законом! Без них бы свет погас, без них обрушились бы горные хребты. Ура законом! Они спасают нас, без них погибли бы мы все, и я, и ты. Вас по закону из дому гонит суд, вас по закону в тюрьму за нищенство пошлют. Ура законом, но для владык страны ни беззаконие, ни законы не страшны.
Что с тобой, Нинон? Ты приехал сюда не ради меня? Вот и все. Теперь у меня не осталось ничего. Подожди, Нинон. Что ты задумала? Спектакль еще не кончился. Я тихо и незаметно уйду. Ты же погубишь ребятам премьеру. Ты думаешь только о своих друзьях. Подумай обо мне. Хоть раз. Ну что произошло? Ничего особенного. Когда Виолетта вышла на сцену, я поняла. Она рождена быть актрисой. Постой. Что же теперь? Ничего. Мне не удалось покорить Париж. Не нонтесь ей. Я не буду актрисой. Вернусь в свою провинцию. Можно мне? Можно мне поцеловать тебя? Уходи. Уходи! Цветы! 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 Ты куда, болван? Марш в тыл! Остаешься на фланге там! Нинон! Нинон! Нинон, крошка моя, это я, твой котик, почему ты не отвечаешь? Мужчина! Мужчина? Я не мужчина, я министр изящных искусств. А вы кто такой, что вы здесь делаете? А я реставратор Лувра Рауль де Лекруа. Почему вы реставрируете здесь? Я же вас отослал в Италию, не для того, чтобы вы околачивались в уборную актрис. А в Италии я сделал все, что можно. Поезжайте в Испанию, вон отсюда! В Ирландию, мало ли, на из стран. Японии, например, Египет. Европа. Европа, в конце концов. А ты куда? Да вот искал Примадонны для Перимедоны. Перимедон сюда, сам Аллюр Три Креста. Ушла! Ушла! Что же делать? Что же делать? Не трогайте! Это все! Конец! Надо объявлять, что спектакль меняется! Нет! Не все! Где та девушка, которая играла вора? Где та девушка, которая играла вора? Где та девушка, она? Которая играла Нет. вора? Алекса! Живо сюда! Живо! Малышка! Иди сюда! Вот, вот она! Ты говорила, что ты знаешь всю оперету наизусть. Говорила. Знает. Да, честное слово. Сейчас ты будешь петь «Карамбулину». Что? Платье! Это да. невозможно! Я никогда не пел ее на сцене. Я боюсь. Запомни! Актер никогда не должен бояться. Он всегда должен быть готов. Я готова. Пирамидону! Что там делается? Они не хотят ждать. Клодин. Франсуа, выручайте, пока девочка будет переодеваться. Исполните им какой-нибудь свой старый номер. Да. Расседлайте меня, кто-нибудь. Понимаешь, в пожарах. Видимо, я... Понимаю, только в лошадях. Придется мне двинуть обратно в кавалерию.
Уважаемые зрители, я вижу, вы начали немного волноваться. Напрасно. Барышня, эскадрон. Сегодня к нам за кулисы пришли наши старые друзья. Наши почтенные пенсионеры Клодина и Франсуа. Занавес! Занавес! Неужели все пройдет благополучно? Не сглазь, держись за дерево. О, предвкушение счастливых дней, любви, волнения, мечты о ней. Они прекрасны, но напрасно иногда. Кто любит страшно, с тем случается беда. Хоть все Адамы до наших дней при виде дамы стремятся к ней. Но часто рая ожидая иногда сюрприз. Уже любимица Парижа, фиалка Монмартра, Виолетта Шевалье. На девчонке из предместья есть один закон. Не сдаваться, не рвись перед судьбой. Ей от крыш до старых лестниц весь Париж знаком. Ей прохожий улыбается любой. С тем пошутим, с тем побродим, исчезнет вновь. Но признание мольбы в ответ смеется потому, что подарила свое сердце одному. Карамболина, карамболетта, везде обвинила война в красоте. Карамболина, карамболетта, и женщин мира.